Кувейте полиция задержала и сейчас допрашивает водителя, который в пятницу привез террориста-подрывника к шиитской мечети. Смертник привел в действие закрепленное на теле самодельное устройство как раз во время большой полуденной молитвы, когда мечеть заполнили прихожане. Погибли 27 человек, еще почти 230 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. К этому дню задержаны уже трое причастных к взрыву, а водителю известно, что он нелегальный мигрант, ему 26 лет.